Всем привет! Добро пожаловать на канал! В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот елочку. Для этого нам потребуется пряжа, у меня плюшевая Гималая Dolphin Baby, цвет вы можете увидеть на экране, и мне потребовалось примерно 10 грамм. Также нам нужен будет крючок соответствующего размера, у меня 4. Маркер, если вы его используете, наполнитель, у меня синтепуха, мне понадобилось примерно 5-8 грамм. Также нам нужны будут бусины для оформления нашей елочки, иголка и нить для пришивания бусин. Давайте начнем. Для начала свяжите 2 воздушные петли и 6 столбиков во вторую петлю от крючка. Либо свяжите 6 столбиков в кольцо амигуруми. Это будет наш первый ряд. Во втором ряду вяжем 6 столбиков без прибавок и убавок. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза, и в конце ряда у нас должно получиться 9 столбиков без накида. Четвертый ряд вяжем без прибавок и убавок, 9 столбиков без накида. Если вы используете маркер, то не забывайте его переставлять. А в пятом ряду вяжем 2 столбика, прибавка. Повторяем 3 раза, и в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. В шестом ряду вяжем 12 столбиков без прибавок и убавок. В седьмом ряду вяжем 3 столбика, прибавка. Повторяем 3 раза, и в конце ряда у нас должно получиться 15 столбиков. В восьмом ряду вяжем 15 столбиков без прибавок и убавок. В девятом ряду мы вяжем 4 столбика, прибавка, повторяем 3 раза, и в конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков. Десятый ряд вяжем без прибавок и убавок, 18 столбиков без накида.
18. В 11 ряду вяжем 5 столбиков, прибавка. Повторяем 3 раза. В конце ряда у нас должно получиться 21 столбик без накида. В 12 ряду вяжем ряд без прибавок и убавок, 21 столбик без накида. В 13 ряду вяжем 6 столбиков, прибавка. Повторяем 3 раза. В конце ряда у нас должно получиться 24 столбика. Четырнадцатый ряд вяжем без изменений, 24 столбика без накида. Далее. 18 ряд вяжем полностью за заднюю стенку петли, вяжем 2 столбика, убавка. Повторяем 6 раз. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Начинаем нашу елочку набивать. 16 ряд вяжем за обе стенки петли. 1 столбик, убавка. Повторяем 6 раз. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков.
Далее вяжем 17 ряд, вяжем 6 убавок. В конце ряда должно получиться 6 столбиков. Я провязываю 3 убавки, набиваю елочку полностью и потом довязываю оставшиеся убавки. Заканчиваем мы вязание соединительной петлей. Затягиваем нить. И далее обрезаем нить. Я использую спички. Мне так удобней. Далее нам нужно нашу нить спрятать. Для этого я использую крючок меньшего диаметра. У нас получается вот такая вот елочка. Елочку можно украсить по своему вкусу. Можно использовать бусины разных цветов, либо можно использовать какую-то блестящую пряжу. Если вы можно связать елочку также из травки, получится примерно такой вот результат. По размеру они примерно одинаковые. Также можно связать елочку полностью за заднюю стенку петли, кроме последних двух рядов. Тогда получится примерно вот так. Вот эта елочка связана за обе стенки, а вот это за заднюю стенку петли. Если вы хотите получить этот мастер-класс в PDF-формате, его можно приобрести в нашей группе ВКонтакте, ссылочка внизу в описании к видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Также будем рады видеть нас в других наших соцсетях. Всем пока-пока, до новых встреч!